Большой и светлый, комфортный и удобный, с широким спектром банковских услуг. Все это про новый офис Газпромбанка на Можайском шоссе. Это уже второе отделение в городе. Все благодаря многолетнему и плодотворному сотрудничеству округа с ведущим банком страны. Газпромбанк – это один из крупнейших, стабильно развивающихся банков России. Об этом нам говорит Центробанк, об этом говорят международные рейтинговые агентства. В 21 веке банк – это не просто финансовая организация, это высокотехнологичная, многопрофильная структура. И по количеству разработок в части исследований Газпромбанк уже давно опережает ведущие IT-компании страны. Такое активное развитие мы решили начать с Одинцовского района. И прекрасное место, предоставленное нами при поддержке администрации, отдельная благодарность Андрею Робертовичу, позволит нам существенно увеличить бизнес здесь. Мы очень рады видеть новых клиентов, действующих клиентов, частных лиц к компании. Наша главная задача – это отношения и клиентский сервис. И вы всегда должны чувствовать, что в этом офисе вас все ждут и любят. Спасибо вам, низкий вам поклон за то, что многие годы вы с нами. Такое доверие усилит не только экономику округа, но и социальную сферу, ведь новый офис создал новые рабочие места, а это дополнительные поступления в бюджет. Как отметил глава, Газпромбанк – давний и стабильный финансовый партнер округа, а значит, активная работа с бизнесом, инвестиционные проекты, участие в государственных и муниципальных программах будет продолжено. Это подтверждает и соглашение о намерениях по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, которое руководители подписали в день открытия. Прихода в регионы и в город такого банка, Газпромбанк, конечно же, будет нацелен прежде всего на то, чтобы жители, которые здесь живут, которые работают в муниципальных предприятиях, которые работают в предприятиях города, получали лучшие услуги, получали лучший клиентский сервис. И поэтому, конечно, мне кажется, здесь сотрудничество взаимовыгодное, но без доверия, без того, чтобы мы понимали друг друга, слышали друг друга, такой бизнес невозможен, поэтому еще раз спасибо вам за доверие. В новом удобном офисе 8 окон, 2 кассы, 2 банкомата, отдельные переговорные и сервис премиального уровня. А разобраться в банковских услугах и выбрать оптимальный продукт помогут опытные сотрудники. К примеру, Анна работает в банке уже 2 года, обслуживает физлиц. Довольна новым офисом, уверена, она точно на своем месте. Больше возможностей принимать больше клиентов, соответственно, обслуживать, предоставлять услуги нашего банка. Мы считаем, что мы являемся самым лучшим банком, естественно, и все наши продукты очень достойные. Специалисты помогут решить и сложные финансовые задачи корпоративным клиентам. А в ближайших планах у банка открыть еще 60 новых отделений в московском регионе. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».